Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1454. События дня. Евангелие от Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». За 6 декабря 2019 года. И вот наше обращение о помощи. Поэтому, если бы нашлись люди такие, помогли, хорошо бы было. Ну и об Игоре, об этом старости, вот 4 ролика посмотреть можно. Задерживайте, можете прочитать. Это переписка в нашем содружестве. Вот прошедший день. Какие были события за пятницу? Ну, как всегда, целый день почти за интернетом. Благодаря Тиму Бернерсу Ли. Много вопросов, ответов, беседы. Кто-то приходит, уходит, фиксирую, побеседовать. Вчера там по оформлению квартиры, передавать у меня квартиру на второй строительный, как человеку одному ударе, мы никак не могут до конца довести, платят деньги. И Надежда привезла гликерию. Она плакала, сильно просилась. Ну, пускай будет. Сегодня была я на молитве уже. Кто-то звонит, отвечать надо. Я уж не говорю, мне кормить приходится кошек, голубей, воробеев и жуланов. Каждому своя пища. Ну, а что тут больше-то? В таком возрасте, раз, во-первых, не на работе, а только что искать, когда снег, хотя бы снег. А тут что, за водой 2 ведра принес из колонки. Иногда ухожу, вокруг квартала обхожу. Захожу на территорию музея Алтая. Музей истории, литературы и искусства Алтая. Где меня судили, в этом здании был краевой суд.
в 80-86-х годах. Иду, все припоминаю, в какие двери заводили, и прямо прохожу уже домой. Вот и все.